Всем привет, с вами Икс Навити, и сегодня мы играем RYBY Green Eclipse. Сегодня со мной Вовчик. Всем привет, с вами Бучаркин. В общем, игра прикольная, на раннем доступе, да? Да, она на данный момент находится в раннем доступе. Стоит достаточно дешево, 350 рублей в Стиме. Ну и сейчас мы начнем проходить. Так, ты, значит, ломай ящики, у тебя... С прокачкой проблемы будут. Так что ломай ящики ты. Ибо мне лень. Бывает. Так. Всем а анимешникам. Вот и первые мобы. У нас есть несколько спылов, которые мы можем использовать. Название я вам говорить не буду, потому что я сам половину не знаю. Кстати, да. Ух ты. ХП у нас восстанавливается автоматически, так что мы насчет этого даже не паримся. И сейчас я продемонстрирую свой первый скилл. Вот он был только что. Потом они будут более эпичнее, когда мы уже прокачаемся. Там за камушком, да, вот. Подожди, мне тоже дали, да? Нет. Или нет? Стохов, ну хреново. Побежали дальше. Левел ап. Мне осталось 5 поинтов. Так. До прокачки нового уровня. У меня уже новый уровень. Так. Всем анимешникам как бы советую. На самом деле, да, очень красивые персонажи, красивые текстуры в самой игре. Но это еще не все же. Она всего лишь на раннем доступе. Будет ну да, еще пока это на раннем доступе, но мне кажется, все-таки разработчики поработают и доделают ее до конца. Но в принципе уже даже сейчас на раннем доступе игра выглядит очень красиво. Все, кто там хотел в САУ поиграть, можно в это поиграть даже. Она похожа на САУ, но не так. Ух ты, сколько у вас тут? Ух ты, у меня ван закончился. Ты где там? Помогай. Я сейчас тут помру. Не умрешь. Подходи просто. И это все. Так, пошли посмотрим, ящики есть. Вроде уже нету. Ладно, пошли дальше. Кстати, чтобы получить больше опыта, желательно заглядывать в самые потайные... Как это сказать? В самые уголки этой игры. А еще нашел баг, и я залез в текстуру. Здравствуй. Теперь вопрос, как я отсюда выйду? А, я вышел. Просто впереди. Нормально. Вперед. Стоп, погоди, далеко пошел, подожди, далеко ушел, ушел, ушел. Ты где? Я? Я шел. Статуэточку. Лол. Мне тоже дали 100 очков. Начну с одинаковое прохождение. Тут мобы. Убивай. Ты убил своего? Да. Сейчас я качну уровень. А, ты только уровень качнешь. Ну да. Обалдеть. Я еще спылы не качал, пока второй набрал, еще ни разу не апнул. Ничего пока не апнул. Не, я апнул. Воу. Озвучка персонажей очень няшная, серьезно. Это да. Кстати, мой персонаж похож из аниме «Война в Астериске». Я потом, может быть, вставлю картинку. Но сама игра сделана по аниме. Но очень убогом. В компьютерной графике. Да, нарисованное аниме как-то выглядит немного странно. Особенно сделанное в компьютерной графике. У меня лол хп. Уходи, уходи, уходи. Да, я их всех на себя возьму сейчас. Да и надо. Также у наших персонажей... Кроме ближнего оружия есть и дальнее, это пистолетики. Насколько я понимаю, у тебя на дальнее оружие, у тебя идет дробовик, да? По идее, да. У меня тогда пистолет получается. Так, у меня третий уровень. Пошел уже. А у меня еще нет, у меня еще надо 40 очков опыта, чтобы добраться до третьего уровня. Мы почти одинаково качаемся. Эти 40 очков у меня. Еще.
Эти 40 очков. Кстати, самое интересное, что я не могу разбить ящик, да, дальним пистолетом. А я могу. Смотри. Вот. Ладно, уже ты... Да. Сейчас на следующий. Лол. Части от ящика отлетели вверх. Серьезно? Да. Присмотри, когда ты бьешь. Смотри, я, например... Я не знаю, как нацеливаться на своем герое. Ну-ка. Когда мобы проявляются, да, он целится автоматически. Я не могу, да. А ты когда зажимаешь, ну нажимаешь, быстро кликаешь, да, по, допустим, своим дробовиком, ты стоишь на месте, да, получается? Ты на ВСД переключаешь на робота. То есть персонаж меняет свое направление, и тем самым тебе удается... Так, ты как где? Это? Ты опять так, баг нашел? Да, я подойду. О! Вот, подбирай. Погнали. О! Еще одна локация. Я ее первый раз, когда мы проходили, не увидел. Я заметил. Забирай статуэточку. Опа, мобы. Мобы? Нормально у тебя там? Да. Все? Сейчас качнем быстренько что-нибудь. Чтобы качнуть. Качнем Shadow Strike. Каждый персонаж имеет что-то типа блинка из доты, что помогает уворачиваться от ударов. Я не пойму, что у нас на шифт, знаешь, когда мы передвигаемся, типа телепорта небольшого. Ну, я говорю, что-то типа блинка. Дотку играл? Да, но не сильно любил я. Так, мы еще, кстати, тут один баг нашли, заодно покажем. Так, это как раз здесь находится. Да вот тут вот. Это сюда надо запрыгнуть. Вот. Ой. А ты шифти. Вот. А я туда уже прыгались, я уже пролез туда дальше не могу на этом герое. Тогда я был на блондиночке. Кстати, тут 4 героя. Получается Red, White, Black и Yellow. Yellow, да. О, подожди. Вот тут ящики ломай. Так, где ты вообще? Стоп, я тебя потерял. Стоп. Ты кусты не увидел? Нет. Подожди, они ретаун ломают там, нет? А, нет пока. То в прошлый раз мы ретаун просрали. Так. Так, о, забирай башенку. Статуэточку. Если бы она что-то давала. Ну, а что, 100 очков это тоже? Какой-никакой опыт. Она обоим дает 100 очков уже. Ну да. О, подожди, отсюда выбраться... Ух ты, я выбрался. Ты пролез? Да. Серьезно? А ты пролез куда? Ты пролез в текстуру, ты сюда опять не выберешься. Что ты подстал? Ты знаешь, что у меня сейчас произошло? Если бы я мог чуть выше, да, взять камеру, то у меня просто в текстуру улетел вверх под потолок и все. А там селька. Интересно, эти кристаллы можно сломать как-то? Ни хрена. Так, теперь будет эпик, да. Держимся вместе и стараемся не умереть. Потому что поднимать будет очень трудно. Тут, короче, на каждой локации идет по 4 волны атак. Начиная с самых простых мобов до более сложных, по типу боссов. Ты там живой, аккуратней. Ты живой. Это сидит, ломает тварь, иди отсюда. Выпилили парня. 75 очков тебе дали. Ну да. Вторая волна. Так, а у меня мана всего лишь... Нам. Один квадратик маны. Вот это... Короче, персонажи подбрасывают воздух мобов. Потом а, это да, это прикольно. Тихо, я апнул уровень. Я тоже. Главное, чтобы они ретаун не ломали. Так. Ты там живой, спокойно? Я, да. Так, что качнем? Да, жизни качнуть. Сейчас, думаю, жизни будет нужны. Бегут, смотри, какие крысяры. Мне нравится мой персонаж, что тем, что у него на более высоких уровнях хороший
первый, второй скилл там. Просто куча дамага. Ожги меня, ожги меня. Ой-ой-ой, я умираю. Я уже. А. Время респауна дается 45 секунд, или если тебе поможет твой союзник. Вот так, как-то так. О, мне еще 50 очков дали за это. Нормально. То есть можно так друг друга качать. Кстати, да. Хорошая возможность. Мы его били в текстуру. Просто-напросто. А, они ломают. Да? Я про них вообще забыл. Спецэффекты пока что такие, на 4 из 5. Хотя для раннего доступа это просто конфетка. На самом деле прорисовка тоже качественная, на самом деле мне очень нравится. Хоть игра анимешная, приятная прям. Нет особо выделенных таких цветов, которые бьют по глазам. И не особо на темную. Есть какие-то дефекты, там, например, вот у белой девушки там как будто текстуры не прописаны. Кажется так. Кстати, есть такое. Вот особенно ярко выраженный здесь белый свет, да, он слишком давит по глазам по сравнению с другой атмосферностью самой. Даже вот в этой пещере ярко выраженный белый свет. Что там, как живой? Я местами. Сейчас этих буду отбивать, потому что... В принципе, да, убей пока этих, у меня через 15 секунд все разражусь. Угу. Четыре, три, две. А одна. Сколько хп у нашей этой, у нашего жетауна? В принципе, осталось чуть-чуть. А вот контрол-центр. Иди вон отсюда, крыса. У меня новый уровень, да. У тебя какой еще, шестой или пятый? Пятый левел. У меня тоже. Я тоже подняли. Так, мы что, мы победили? Да, переходим на следующую локацию. 69 убийств. Одинаково почти. Ты два раза умер. Глаза красивые, кстати, у героев. Да, ну так, сейчас я спал себе качну какой-нибудь. Так, а я пока попробую забраться куда-нибудь. Тоже имеешь дикое желание в какую-нибудь текстуру залезть? А потом не выбраться оттуда, да? Another area, another security network in need of repairs. Keep an eye out for any clues about who did this. We're all counting on you. Подожди, туда идти надо? Или куда? Я не знаю, давай пока сюда здесь побродим везде. 5 хп. Мир, в принципе, большой. Так, думаю, ты с ним справишься. Так, вот тут вот. Фига они вверх подлетают. Ведь я это еще сначала говорил. Цветы резать нельзя. О! Подожди! Мы не туда пошли. Возвращаемся, возвращаемся, там путь был. Уже поздно. Не-не, я вернулся. Я кое-как залез. Там просто можно назад вернуться, дополнительные очки, я так понимаю, получить. Ты сфига ли такой быстрый? А? Расскажи-ка мне. Shift прожимай. Так, что тут? Тут ничего. О, фигурка. 100 халявных HP. И ящички. Открываем кейс. Из которых ничего не выпадает. Ну да. Вроде... О. Женщине нельзя залезть куда-нибудь, да, так за текстурку спрыгнуть вниз, допустим, да, через заборчик. А там внизу... там внизу даже текстуры есть, смотри. Ща. Так. Посмотри, внизу даже текстуры вижу, есть. Вижу. И так сделать, знаешь, как будто там ничего. Нету там пустота, как обычно делают на всяких альфа-тестах. Это альфа 0.30 где-то. Я что-то да, не обратил. 0.30, сейчас, 0.30 версия 13 вроде, насколько я помню. Ну и как игра выглядит, блин?
Сейчас, одну секунду, погоди. Не, тут тот же Форест даже подминки не годится. Хотя это разные игры. Отношение к игре видно. Прямо на глазах. FPS есть. Так. Опа, печалька, ща. Так. Вылетело? Ну, я на второй локации остановился. А у меня вылетело. Ну, так, а вот вы снова с вами. Были некоторые проблемы с залипанием клавиш. Да, у меня возникли непредвиденные неполадки. Спасибо, Шифту. Мне кажется, или герой, когда какой-то вот из своих способностей делает, она такая, так орёт, так сексуально, такая... О, кабанчик. Как, блядь, не добуивал. Помню, ебашим по фасту. У меня, знаешь, получилось его убивать спокойно с одной тычки. Например, он на тебя... Тебя ударяет, у тебя вообще хп нет, ты его тупо в воздухе хераешь. Ну да. Мне кажется, нам надо куда-нибудь сюда сходить. А, нет, не надо. Мы пришли на спаун, а ты хуйня. Мы его затыкаем. В текстуру парня зажали, бедного, на экран хуйня. Просто потом... Еще хуй... один? Хуйня, ну это спаун. Болван. Довольно-таки звуки приятные в этой игре. На счет звуков, да, и музычка неплохая. Ой, у меня хп-то нету, лол. А я-то бегаю. Вот я не понимаю, что круг обозначает. Круг? Да. Это твое количество комбо. А, все, 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 я что-то позабыл. Которые восполняют твои скиллы. Так, стоп, в прошлый раз я тут не был. Мы не дошли еще до сюда, или да нет. Мне кажется, потому что... В прошлом лобби когда играли? Да. С каким-то парнишкой? Да-да-да. Потому что ты присоединился, он уже стопудово далеко прошел. Ой, сейчас как раз таки... А, нет, здесь мы вроде были. Да, это я просто забыл. Сейчас будет жопа. Прошлый раз ты тут умирал раза 4. Да, кстати. А если мы оба умрем, интересно, что будет? Мы будем ждать респауна. Старайся не умирать. Без проблем. Подожди, стой. На. Главное понять, как играть. А когда игра вышла, кстати? Ой, игра вышла, не знаю, где-то примерно, может, полгода назад. Но почему-то, кстати, я хочу сказать, на Ютубе, на Твиче ее мало где форсят. На данный момент она как не особо популярна. Аккуратно, аккуратно, пользуется. Подожди, стой, я сейчас. Смотри. Я тебе помогу. Береги поп. Че, размотали? Быстренько. Так, у меня вообще нету маны. Блин, как я так скиллы на... Ух ты! Силач! Как-то мы на него накинулись. Гони всех в одну точку. Да, еще. Так, стоп. Сейчас, стоп. Это ты сейчас долбан? Да. Опа. Было жестоко. Я немножко помер. Похуй. Меня разозлили. Ты чё, иди отсюда, крыса. Всё, последняя волна. Almost there. Чё, у тебя сейчас уже шестой? Будет шестой. У меня 795 из 805. Вот сейчас будет жестоко. У меня 805. Ой, сейчас жестоко, у меня вообще хп нету.
терпи. О, у меня тоже. Терпи, терпи, прыгай, делай все, что хочешь. А я что делаю, по-твоему? Как наш комбо так и заработать? Идите в банал. Ой, я не то даже. Ой-ой-ой. Бля. Ух ты. Ты умер? Да. Меня что-то запинали. Сука, нет, нет, нет. Вали, нет. Вали, вали, вали. Так. Хорошо, что серьезно есть респаун. Хоть и 45 секунд. Терпи, пока что все на меня. Я жду тебя. Что одному тут. Еще 7 секунд. Конечно, справится, но не до такой же тип. Два. Один. Вылетаем замес. Сейчас, секунду, подожди меня. Блин, мне кто-то пишет. Так, все что ли? Похоже. Броню прокачаю. А, нет, был ластовый остался. Ну, серьезно. Опа. Отлично. Последняя битва. Что ж, будь готов. Сейчас будет жестко. Еще жестче, наверное. Стоп, вот так, если сейчас какой-нибудь после какого-нибудь там третьего обновления, пятого, я не знаю, сколько, конечно, их было, но игра поднимется в цене. Ну то, что кажется. Ну, кстати, она на данный момент немного даже опустилась, хочу сказать. На предыдущем месяце она стоила сколько? 450 или около пятихатки. Так, подожди, а мы все обчистили там? На локации или мы добили? Да, все. О, я парня скинул обратно с текстуры. Никак не нравится. И главное, не как ММО, знаешь, ММО может быстро надоесть. Есть какой-то азарт, знаешь? Главное, тут донат не нужен. Один раз купил и все. Да. Отстаньте вы от меня. Это было жестоко. Так все запиздошел. И так, говорю, всех запиздошел. Че, я помогать пришел, да? Так, где у нас потайные комнатки, видишь? Нет, пока. Я пока не вижу. Блин, нам же надо будет еще сохраниться. Как-нибудь. А можно будет? А вот это уже другой вопрос. Типа, одна игра, одно прохождение. Возможно, даже так. Я читал, говорит, побольше бы уровней. Кажется, в ней мало уровней. Ты ящик пропустил. Сейчас будет трудно. Да. Я его пытался разбить, но он не разбился мне. Что-то селенок маловато. Хиленькая, посмотри, ходишь с пистолетиком, я с какой косой. Я твоя смерть, нах, иди сюда. Ну не, пистолет странно выглядит, блять, как будто, знаешь, на руке, блядь, держит, вся. Я ж сказал, что это, блядь. Мне кажется, половина из смотрящих не поймут. Да говори, чё? Штангель-циркуль, ёпта. А. Для измерения миллиметров, для диаметра. Так, терпи, терпи, главное терпи. Сейчас я... О, большой урод. Гасим. По-моему, встречу надо было бы открыть. Ну, хотя... Потом еще подкатил. Типа того, да. Да, в принципе, вдвоем садим. Конечно, было бы вчетвером, допустим, немного полегче, побыстрее. Так, вы чё тут, блядь, столпились, ебаты. Лежит, блядь, какой... Пам-пам-пам-пам. Приколись добавит, как из... DXD какую-нибудь там броню. Я поражал.
хотя это по аниме делать, значит, мало, больше ничего такого не добавит. Ну да. Мне кажется, может быть, потом, может быть, каким-нибудь раком добавят моих персонажей какие-нибудь. Или просто переименуют. Потому что, насколько я знаю, что в аниме было несколько персонажей классов. То есть, как раз Yellow было несколько персонажей, Blue и так далее. Level up. Че, у тебя седьмой? Да. Пошел качаться седьмой. Halfway point, team. Так. Подожди, нам нужно 14 чудиков убить, я так понимаю, да? Сколько? А, 13. Да, видишь, сверху пишется. Угу. А я думал, мы штук 30 убиваем, если честно. Ну да. Потому что их реально обилие, особенно когда они влетают толпой. Я первый раз неправильно качался, кстати. Сейчас еще 7. Я первый раз неправильно качался. Теперь. А, у меня даже не 5, а 6. Теперь могу 6 раз первый скилл прожать. Даже сколько стана. Ну-ка, и сейчас второй. Айс. Ой, уходить надо. Надо да, уходить. Я тоже. Нератаун почти не трогают. Угу. А хуй не успевает. Так, чуваки, последняя. 14 угу. Человек. Мама, тупануть. Мне не надо. Ух ты. Опа. Ух ты. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Батрам немножко дать. Так, они ротаун стоит, ломают, тварь. Но у меня нет-то. Сейчас, ну-ка. Пам-пам. А пиздухали его. Да. Мне точно снимут лоры на 585. Че? Мне качнут седьмой лоры на 585. Хм. Нормально. У тебя насколько? О, да хера еще. А, у тебя даже седьмого уровня нету? Нет, у меня сейчас есть седьмой. У меня 175 поинтов из 1300. Мне 585. Я думал, у тебя вообще его нету. Бля, слишком долго он пиздит. А. Ох, я думаю, хватит на сегодня. 150 убийств. Ровно ты зашел. Я не заметил, как я то, что так убивал много. Думаю, на первый раз достаточно будет. Ну, думаю, да. Серия, мне кажется, поиграем за новых персонажей, попробуем. Просто покажем. Ну да. Сделаем пару коротких серий по новым, по другим персонажам. Или закончим по полное прохождение. Или сделаем, да, так. Ладно, не будем мечтать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем удачи, всем пока. После окончания серии мы начали играть дальше. И что мы обнаружили? Что я умею лазить по стенам. Блять, он ебанул, да серьезно. Я не могу этого сделать. Я не понимаю, как делает это он. Но я не могу залезть. Он ловит как-то под текстуры вообще. Он просто убегает в текстуры, ему нормально. А тут, кстати, красиво. Где ты нахер наркоман, блядь? Серьезно, кончен. Я не понимаю, как он делает. Я пытаюсь по-всякому залезть туда, куда залезет он, но у меня это вообще никаким образом не получается. Показывать все, думаю, я не стану. Покажу еще один баг. Ой, я провалился. Куда-то на этот раз. Стоп, куда-то ю. А.
Все, я вижу. Ты просто. Ты знаешь, что произошло? Ты просто у меня из стены вылез. Ой-ой-ой. Меня начало глючить. Я не могу вылезти. Или могу. Что? Ой. Ты сейчас просто упал сквозь текстуру и вылез из нее. Ой, блядь, наркоман. Покажу еще. Вот впереди находятся две трубы. В эту трубу он не может залезть. Из них я не могу залезть. Я вот пешком могу залезть туда, просто пешком. Нет, не могу, у меня не получается. Спуститься? Этот наркоман залазит в трубу и убегает просто вниз, в текстуры. Я не понимаю, как он это делает. А вот потом могу по стенке забраться спокойно. Да, и потом прыгает по стене и залазит обратно, через другую трубу. А что он творит? Наркоман, серьезно. У меня не получается. Как? У меня просто нет доступа к трубу. Это как аттракцион, знаешь, такой. Ты ебанутый. Серьезно. Я нахуй. Вылазит через какие-то стены. Залазит текстуры, вылазит через стены. Ему норм. Где там? Спайдерменом, блядь, почувствовал себя. Я ж красный. Убероид, блядь. Ты через текстуры вываливается, нормуль вообще, пап. Ну, это все, что мы нашли. Еще раз всем пока-пока и до новых встреч. Удачи.